Всем привет, с вами Алекс Гейч. Сегодня мы в очередной раз посмотрим на разнообразные изобретения. Ставьте лайки, поскольку тут будет для вас много-много чего интересного. Коррозия – это всегда очень грустно, особенно если пошла ржавчина на любимой ласточке или велосипеде. Большинству из нас довольно тяжело переносить сквозь свои душу и сердце подобные неудачные моменты. Но поскольку мы живем во времена сверхбыстрого роста технологий, то решить такую проблему, как ржавчины на металле, можно как раз плюнуть. Такой факт доказали некие башковитые товарищи из немецкой фирмы Clean Laser. Компания занимается разработкой лазерных установок. Так недавно они изобрели аппаратуру, избавляющую объект от назойливой ржи. До чего дошла техника? Разочек аппаратиком по слою ржавления прошелся, и его уже как не бывало. Можете навсегда забыть о всевозможных механических средствах, вроде проволочной щетки или некоторых химических веществах. Зачем они, когда сегодняшние технические новинки позволяют решить данный вопрос гораздо быстрее и еще главное качественнее? Никакая химия вам не сделает того самого, что подобное высококачественное оборудование. Туда на 8 нужен ключ, туда на 15. Всегда нужно носить с собой целую тару с кучей гаечных ключей, не так ли? Без этого проблем по жизни хватает, а то еще такими глупостями себе голову забивать. Дизайнер Джордан Стиранко в один день также подумал и решил сделать гаечный ключ Apache, который сжимается, разжимается, исходя из размера гайки либо болта. Какое же чудо! Сейчас мужики-то сразу поняли, в чем сила такой вещицы. Сама конструкция инструмента напоминает самую обычную диафрагму фотоаппарата, правда? Кроме того, для большего комфорта он туда фонарик вставил. Любой уважающий себя мужчина по-любому мечтал о таком инструменте. Теперь вот, наконец-таки, одному грамотному парнише все же удалось продемонстрировать великолепную идею всему миру. Все-таки наша планета Земля не без изобретательных людей. Парниша из Лондона сотворил весьма обычную, на первый взгляд, штуковину, называется foam cut. Однако, как только ты узнаешь, что она умеет вытворять, ты сразу поймешь, что это действительно стоящая тема. Является собой компактную пластиковую карточку, которую для ее работоспособности нужно поместить в горячую воду. Затем карта готова творить чудеса. Сразу отмечу, заменит кучу инструментов. Более того, поможет смастерить что-то крутое. Наведу яркие примеры. Можно в момент организовать вполне себе отличную поставку для смартфона, для игры на нем, просмотра фильмов, сделать ручку для отвертки, запросто, возможно, починить игрушку, один из хозяйственных инструментов. Пригодится каждому из нас 100%. Просто достаточно попасть в одну из такого типа ситуаций, которые я приводил выше, тогда ты гарантированно о ней вспомнишь. Кредитки, наличка, возможно, какие-нибудь важные заметочки – все это находится в ваших кошельках. Украсть его могут в два счета. Друзья, в наше неладное время такой важный момент не стоит пропускать, так что лучше предостеречься. Мини-сейф представляет собой бумажник со встроенной безопасностью. Внутри его есть замок и код, сделанные из специализированного сплава цинка, обеспечивающие максимальную надежность при любых условиях эксплуатации. Все ваши ценности теперь под высоким уровнем защиты. К тому же дизайн портмоне выполнен из прочного алюминия. Совместительность переживать не стоит. Вовнутрь влезет целых 12 кредитных карт, 50 сложенных купюр, да вдобавок можете хранить там мелкие предметы по типу ключей либо таблеток. Также в случае кражи его местоположение можно определить через отдельное приложение на смартфоне. Наша жизнь насыщена разными смешными моментами, случайными ситуациями, неожиданными встречами, взяточниками в конце концов. Но это, конечно, к большому сожалению. Все подобное нужно как-то умело запечатлеть. А с телефоном или уж тем более фотиком подобную делюгу красиво не замутишь. Samsung как-то выставила прототип, в скором времени хочет выпустить контактные линзы со встроенной камерой. Это вам не типа скрытая камера Luxy, которая на ухо одевается, или очки Google Glass. Здесь уже вырисовывается конкретный шпионский гаджет. Где его использовать, не мне вам объяснять, товарищи.
Лично я считаю, что такой прибамбас должен применяться, когда нужно по-жесткому кого-то прессануть, того же бюрократа, взяточника, записал его требования взятки и потом все это дело на YouTube. Или же хотите незаметно заснять происходящее на вечеринке, чтобы все окружающие были в кадре живыми, без каких-либо зажимов, наигрываний, чтобы все было по-настоящему. Ну вы понимаете, о чем я. Каждый заснимет то, что ему надо. Короче говоря, замысел новинки, я думаю, вы поняли. На пикнике, на берегу моря, либо когда вас из дома из-за сильного перегара вышвырнула на улицу жена, в схожих ситуациях нам крайне необходимо надуть матрас, надувную лодку, раздуть ребенку спасательный круг и так далее. Недавно для подобных делов придумали Max Pump. Маленький, но очень-таки удаленький насос. При своей величине, меньше чем жестянка из-под Кока-Колы, девайс может достичь довольно приличных результатов. Качать свои надувные штуки вы сможете на протяжении 90 минут. Мечтали о парктронике, парковочном радаре в своей машине? Не хотите попадать на лишние деньги после неудачной парковки автомобиля? Специальная рамка FanSense поможет вам осуществить свою мечту. Рамка для номерного знака, но необычная, со встроенными в ней парковочными датчиками, которые помогут предотвратить повреждение бампера машины или избежать случайного наезда на прохожих. Вся информация по парковке отображается на экране смартфона. Устанавливаете рамку за считанные минуты, после чего у вас на тачке парктроник круче, чем даже на самом новом Mercy S-классе. Никак не можете взять себя в руки, не получается отучиться от вредных привычек? Не беда. Добрые люди придумали для вас браслет Pavlok, который будет лечить током. Да-да, вы не ослышались. А что, если уж ты не способен нормально собраться, взять свои яйца в кулак и навсегда отказаться от всяких дуростей, тогда пойдем другим путем. Этот гаджет, если уж не полностью отучит от разных гадостей, вроде курения, вечных запоев, неправильного режима сна, грызки ногтей или даже приема коки, то хоть чуть-чуть ее подправит. Только ты, например, закурил, тебя сразу браслет коротким разрядом от 17 до 340 вольт лупанул, дальше уже не так хочешь табачить. Соединяется Pavlok со смартфоном через Bluetooth. Все параметры указываете прямо на телефоне. У каждого из нас, когда хорошая, теплая погодка, появляется желание убежать от городской суеты, взять с собой своих хороших друзей, свою любимую девочку, да махануть в заколдованный дикий лес. И чтобы так, на пару деньков. Для таких вещей совсем недавно была создана самораскрывающаяся палатка Cinch. Для пользования ею не надо никаких знаний. Просто нужно сделать всего лишь пару движений, далее в ней можно полноценно жить. Расставляется или складывается всего за минуту. Теперь вы можете представить себе, сколько вы будете это делать с обычной палаткой. Красивый дизайн, есть два входа, внутри особый толстый настил, чтобы лежа на земле вы не чувствовали каких-либо неровностей. Для путешественников тут было все продумано. Специально оснастили ее солнечной панелью с батареей емкостью 13 тысяч мАч и двумя USB-портами для подзарядки смартфонов, фонариков и других приборов. Ребята оборудовали ее и специальным тентом для отражения солнечных лучей, чтобы воздух в палатке не нагревался. Поэтому атмосфера будет отличной. Там можно будет делать все, что только хочешь. Даже то, о чем вы сейчас, мужики, подумали. На природе, свежий воздух, лучше, чем дома. Дом, который можно перевозить. Настоящий дом-трансформер от компании Dahir Inshaat. Представьте себе, полноценное жилье, которое можно раскласть да сложить в контейнер-прицеп всего за 1 час времени и перевезти его в любое место. Захотел съехать в другой район или вообще переехать в другой город? Пожалуйста, умная техника все за вас сделает. Такая хата предлагается в двух версиях. Одноэтажной, 140 квадратных метров, и двухэтажной, 250 квадратных метров. Вполне приличный домик. Естественно, есть возможность подключения к бытовым коммуникациям, электрической сети, сети водоснабжения и так далее. Кроме того, для автономности проживания вместе с домом в комплекте идут
дизельный генератор и водяные баки. Благодаря модульной структуре родной очаг можно сделать полностью под себя. Какие хочешь, выбираешь экстерьер и интерьер, даже жилые зоны размещаешь по-своему. Я полностью уверен, что эта гениальная идея вплотную может применяться помимо частных лиц в торговле, армии, МЧС и так далее. Вы как думаете? По вашим многочисленным просьбам я вновь сделал для вас выпуск об интересных изобретениях. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, что из сегодняшнего видео вам больше всего понравилось. Ставьте лайк, если хотите от меня еще больше таких видосиков. И подписывайтесь на мой YouTube-канал для следующих видеообзоров. С вами был я, Алекс Гвеч. Всего хорошего!